Переработка пищи начинается уже в полости рта, где происходит ее измельчение, смачивание слюной и формирование пищевого комка. Жевание происходит благодаря сокращениям жевательных мышц, которые перемещают нижнюю челюсть относительно верхней. При движении челюсти верхние и нижние зубы соприкасаются и разрывают, разрезают и перетирают пищу. Значение жевания состоит в механической обработке пищи. Одновременно пища пропитывается слюной и приобретает мягкую консистенцию, удобную для проглатывания. За сутки слюнные железы человека выделяют около 1,5 литра слюны, в которой помимо ферментов содержатся вещества, защищающие нас от инфекции.